47-31, набор Toy Major, набор, ну, наверное, из тематики фэнтези, поскольку здесь у нас есть двухглавый дракон. И еще в наборе два рыцаря, ну или два воина, один с арбалетом, другой с мечом и щитом. Фигурки сделаны из пластика, детализация достаточно подробная, хорошо окрашена, там где краска под металл прям похожа на металл. Арбалет так неплохо тоже сделан. Дракон. Тоже пластиковый. Слегка гибкий. Продается в картонной коробке с прозрачной передней крышкой. И все фигурки видны, даже не открывая коробку, через прозрачную переднюю стенку. И высота фигурок, ну, примерно 9 сантиметров рост фигурки. Купить можно в магазине «Новая фантазия», фантазия new.ru, с доставкой по всей России.